Всем привет, ребята, с вами, как обычно, Димао, и сегодня у нас награды за Викенд-лигу и награды за дивизионы. Вот такая команда недели сейчас, где самые топчики, наверное, Мохаммед Салах, Лаутаро Мартинес, Савич, Канцело, и еще парочку неплохих карточек есть, надеюсь, кого-нибудь сегодня поймаем из них. Так, ребят, это мой второй аккаунт, поэтому здесь только трейд-вариант беру, как я говорил ранее. Откроем паки и с самого слабенького начнем. И признаться честно, после Тоти так грустно открывать паки, потому что нет уже надежды. Нет той надежды, которая была раньше на синее свечение. Но смотрим. Без створк первый заход. Ладно, окей. Второй пошел. Это мегапак. Мегапак, 35 кусков. В принципе, пак неплохой. Смотрим. Итак, заход на мегапак. Створки будут. Ура! Первые створки сегодня. Бразилия, левый защитник, Телиш. Неплохо, кстати, ребята, 84 рейтинг. Телиш стоит больше десятки, я думаю. Вот такой пак, Телиш, да, один из кусков, на нее ставка. 15, даже больше пятнашки он стоит, ну, очень круто. Очень неплохо, сохраняю все в клубешник. И еще один пак за дивы, и переходим к пикам, конечно же. Ждем волкаут. Будут ли вообще сегодня волкауты, это просто интрига. Итак, мимо. Но створочки еще раз, это хорошо. Бразилия вновь. Это ЦАП. Это Барселона, кстати, неплохо, ребята. Это Кутиньо. Кутиньо, я подумал, Оскар, но по рейтингу оба, конечно, слабенькие. Вот такой пак. И на секунду вернулся к составу, ребят. И, конечно же, хотелось бы кого-то, может быть, из серии А поймать. Я бы не отказался от Лаутаро, от Савича, даже от Келлини. Хотя, наверное, Келлини нафиг не нужен. Итак, золото 3 на двух аккаунтах вновь и вновь. Два пика у нас, и, наверное, ребят, если так прикинуть, больше всех я хотел бы Лаутаро Мартинеса. С Роналдо 100% они бы были у меня в основе. И открываем пик второй по очереди. Пошел. Итак, первый заход. И, кстати, очень неплохая карточка. Это Соучек. Томаш Соучек. И, блин, у него очень хорошая карточка, ребят. Это его второй информ, если я не ошибаюсь. И статы прям очень серьезные. Посмотрите на статы поближе. Ну, реально все очень круто. Воркрейт и хай-хай. Не знаю, может быть, стоит его в основке как-то попробовать. Пока что просто сохраняю этого товарища в клуб. Начало в любом случае очень хорошее. И ко второму пику переходим. Лаутаро, пожалуйста. Пошел второй пик. И... Ток, ребят. Второй заход. Второй 86-й рейтинг падает. И это очень здорово. Это Жао Канцело, это вот два пика за золото 3, где падают одни из лучших игроков команды недели. Ну, первый раз такой на моей памяти. Канцело, что-то мне подсказывает, стоит его в основку поставить вместо Квадрадо. Но сохраняем пока все в клубешник, сохраняем пиком, я очень доволен, парни. А три пака у нас еще, ребят, три пака. Редкие игроки, два мегапака, давайте начнем с мегапаков. Ждем волкаут. Волкаут, ху-ху-ху-ху-ху. Что творится? Два пик классных. Волкаут Казимира. Казимира 89 рейтинг. Блин, это очень мощно, ребят. Прям сейчас этот аккаунт меня очень порадовал. Пиками тут же волкаут Казимира 89 рейтинг. Блин, на самом деле очень здорово. Казимира, Патрисио. Класс. Класс, ребят. Все сохраняю. Еще два пака. Был уже волкаут. Задача минимум для этого аккаунта выполнена 100%. У нас еще мегапак. И пак за полтинчик с редкими игроками. Мегапак. Итак, мегапак. Створочки. Ладно, окей. Я сейчас даже согласен на створочки. Хорватия. Это Брозович, наверное, да? Брозович, 84 рейтинг. Пойдет. Пойдет. Опять же, это трейд-карточка. Хорошо. Нормальный пак. И последний пак, ребят, на этом аккаунте. Пак за 50 кусков. Открываю. Если здесь еще раз выпадет волкаут, это будет очень красиво. Два потрясающих пика. Волкаут один. Волкаут второй. Отлично, ребят. Просто вообще фантастика. Итак, Испания. Центральный защитник. Рамос. Пике. Пике, ладно, ребята, я не жалуюсь. Два волкаута за 6 паков всего лишь. И 2 пика. По-моему, награды удались на этом аккаунте. Пике, бюрки. Хороший пак, ребят, хороший пак. И вот пока вот так вот состав мой выглядит, ребят. После того, как я поймал 2 красных топчика, по-любому надо дать им шанс. И, скорее всего, придется мне попрощаться со своей топовой защитой.
Алаба, Клостерман, Альфонсо Дэвис, извините, ребята. Больше 100 матчей Алаба сыграл за мою команду, и это очень круто на самом деле. Но, наверное, пришло время, не может быть не расставаться, может просто уберу его в резерв, дать шанс кому-нибудь из АПЛ. Пишите свои варианты, ребят. Побюджетнее, желательно побюджетнее. В этот аккаунт я не хочу вкладывать лишние бабки. Погнали на основу. И мы с вами на основном аккаунте и продолжаем открывать паки, штурмовать волкауты. Их уже сегодня было 2. На основе беру, ребят, антрейд вариант, чтобы было побольше пакцов. Тут еще 4-й раунд 1-го дивизиона, потому что вообще не играл всю неделю. Поехали. Что ж, давайте с мегапака начнем. Мегапак на 2-м аккаунте мне принес волкаут 1. Здесь со створочек начинаем, и в принципе неплохо. И это информ. Да, ребята, это информ. Хорошее начало. Кучта. Такая, наверное, фамилия у него. 78 рейтинг. Был бы трейд. Плюс 10к было бы, но сохраняем клубешник. Пожалуйста, здесь еще Шмейхель в паке. Нормальный пак. Нормальный. Так, мегапак номер 2. Волкаут. Ждем. На том аккаунте Пикей, Казимира, Канцело и Соучек. Волкаут, ребята, волкаут. Здорово. Здорово, Хорватия это, Лука Модрич. Да, Лука Модрич, хорватов, волкаутов, сколько вы вспомните в этой фифе. Лука Модрич, 87 рейтинг, в принципе, ребят, тоже довольно-таки неплохо, потому что сейчас на этом аккаунте у меня в процессе сборка на икону, сборка на Криштиана Роналдо, я тоже решил на этом аккаунте собрать его. Посмотрите мой обзорчик на Роналдо, который я совсем недавно выпустил, и тогда поймете почему. Но двигаемся дальше, будем открывать паки. Два пака с игроками, редкие электровые игроки. Поехали, поехали, 3 волкаута у нас уже. Уже 3 волкаута, ребята, у нас на видосе. Так, мимо створочек, к сожалению, это Либертадорес. Да, Либертадорес, Карлос Тевес. Еще один пак за дивы, 4-й. 12 игроков, все они редкие, правда, 6 золотых, 6 серебряных, но смотрим. Без волкаута, створочки на этот раз, информа очередной раз. Это Франция, центральный полузащитник, хотел сказать Андре, 83 у него рейтинг, но нет. Нет, это Абергель, 78 рейтинг, блин, спасибо. Спасибо. Кто еще в паке здесь у нас? Альфонсо Дэвис. Альфонсо Дэвис здесь, это хорошо. И еще одни пики, ребят, нас ждут. Золото 3 на этом аккаунте тоже, кстати, 14-0 я закончил прошлый Weekend League. Очень было тяжело останавливаться с таким результатом, но пока что так, ребят. Поехали, давайте со второго пика также начнем. Второй пик. Ждем. Так, ну и вот он, балансик, ребята, на том аккаунте поймали 2 топчиков. Значит, здесь нужны 2 каких-нибудь плохих игрока. Ну, да никого вообще не хочется мне брать, кого здесь. Еще один пик. Пошел. Итак, смотрим, что здесь. Так, неплохо, неплохо. Опять этот товарищ, опять Томаш. Вновь его карточка довольно-таки неплохая, радует глаз. Это, конечно, чистый разрушитель, хотя показатели удара, дриблинга, паса довольно-таки неплохие, 75 плюс все статы, и то P75, остальные ближе к 80. Хорошая карта, сохраняю в клубешник. Итак, также у нас 3 пака будет, и начинаем с мегапаков. Если будет здесь один волкаут в трейдовых паках, просто миссия перевыполнена на 2 аккаунта, смотрим. Створки, тоже неплохо. Финляндия это... Градецкий. Да, 83 рейтинг, Томаш Градецкий, пойдет. Так, Градецкий, Сашка Головин. Ну, нормально, пойдет. И 2 пака у нас еще. Редкие игроки. Мегапак. Именно его мы открываем сейчас. Мегапакетик. Волкаут, ждем от тебя, друг мой. Мимо. Мимо створок. Пак с редкими игроками ставит точку во всех паках сегодня. И пошел, родной. Пак за полтинничек, ребят. Ждем волкаут. Ждем красивую точку. Ну-ка. Опять мимо. Мимо створок. То есть 83 рейтинг даже здесь не упал, это очень плохо. Не очень точка получилась у нас. И вот такой вот составчик у меня на основном аккаунте сейчас. Именно им я 14-0 сделал в последней Weekend League. И скажу честно, ребят, особо мне менять в нем ничего не хочется. Хотя на балансе у меня 1 300 000 монет, которые валяются без дела. Это, конечно, мне не очень нравится. Поэтому после выхода Future Stars'ов, может быть, будут какие-то серьезные изменения. Но пока вот так, пока я его оставляю, ничего не трогаю. Собираю Криштиана Роналдо и собираю и
икону. А с иконой, наверное, видос выпущу совсем скоро. В общем, все, парни. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи в Weekend League, всем удачи в паках. Счастливо, пока.